аригато. Аригато суши. На японском это означает спасибо суши. Заходим. Заходили. Пока мы в очереди. Давайте со всеми поздороваемся. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Leonardo the American Boy. И пока наша мама там заказывает. Не, она еще не заказывает, она куда-то пошла. Мы будем играться с фотографией. А, нас уже ждут, пошли. Go ahead. Сейчас буду. У нас тут сейчас лучше. Лео, ты спишь? Нам только что принесли суп, называется мисо суп. Господи, спасибо за пищу. И горячий чай зеленый. Видно, как пару пар. Вкусный мисо-суп. Итак, берем, Лео берет соус и льет. Все, достаточно. А суши еще ждем. Раз, два, три. Барабаны. Drums. Еще хватит. Давай, играй на барабан. А, давай, это тоже надо поломать. Это тоже надо поломать на две части. Давай. Молодец. Дай фат. Дай пять, маме пять. Нет. Ну, не хочешь, не надо. Итак, суши прибыли. Заметьте, вот это caterpillar, это гусеница по-английски. Лео, смотри, вот это гусеница, видишь, с хвостиком? Скажи, гусеница. А вот это? А вот это ями-ями. Подожди, не-не, берем их палочками красиво. А суши сейчас будем кушать. Так, наливаем. Соус. Ложим васаби. Мама не хочет соус. Ложим васаби. Вау, какой острый сейчас будет. Хочешь, Лео? И приступаем. Я голову гусеницы кушаю. Суши нам принесли мороженое, айскрим, базированное на зеленом чае. Называется green tea ice cream. Он очень зелененький. Очень полезный, наверное, и вкусный. Скажи. Thank you very much.
Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и что ставьте? Лайк!